Здравствуйте, меня зовут Эмилина Посхова, мне 8 лет. Я хожу во второй класс, пою в музыкальной школе, занимаюсь в театре Покровского и хожу в хор Попова. Я хорошо пою, очень люблю сниматься в кино и в рекламах. Я снималась в «Линии жизни», в «Годунове», в «Родительском праве», в «Скорой помощи» и в мистическом фильме «Сборы». Я легко могу заплакать, засмеяться и показать любую эмоцию. Я хорошо умею рисовать, плавать и кататься на велосипеде. До свидания!